Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой пришли поделиться своей радостью. Сегодня нам пришла посылка от замечательного блогера, от Викули Михайловой. Викуль, спасибо тебе огромное! Очень много ты всего прислала, все такое было интересное. И девчонки уже, видимо, поняли, что у меня много косметики и стали такое разнообразие присылать, что вот посылку открываешь, а оттуда просто радуга и фейерверк красивых красок и разнообразия. Викуля живет в прекрасном городе Краснодаре, это солнечный южный город, он очень красивый, Вика мне немножко о нем рассказывала. Прямо приятно жить, наверное, в таких больших красивых городах. Но давайте мы все-таки с Максимкой покажем, что же нам прислала Викуля. Мы с ней поделили по-братски эту посылку, да? Да. Вот. Ну, уже стоит вот такая прекраснейшая кошечка. Это статуэтка. Вика знает, что у нас Максимка, ну и я, это мы кошатники, мы очень любим кисок. Посмотрите, какое чудо. На первый взгляд она кажется под дерево деревянное, но нет, это, видимо, все-таки керамика, очень-очень красиво выполненная. Прям милейшее такое создание, прямо на полке будет смотреться просто шикарно. Мы еще не решили, на чьей полке, на моей или Максимкиной. Ну, надеюсь, победит дружба, и киска займет свое достойное место и будет вот таким напоминанием и памятью о Викуле. Викуль, спасибо, вот киской прямо так угодила. Я, наверное, думаю, это самое лучшее, что мне понравилось в посылке. Как бы она меня впечатлила, наверное, всех больше. Но на самом деле интересностей было много. Давайте я сначала покажу косметические средства, а потом уже всякие интересности. Вика мне прислала ряд прямо средств от чистой линии. Я чистую линию очень люблю. Было два бальзама. Первый фитобальзам, вернее, бальзам-маска фитобаня, эффект бани. У меня есть такой бальзам, а к нему идет шампунь 400 мл. И я как-то, когда показывала свою покупку, поохала, что бальзам мне, наверное, не хватит. Шампунь большой, бальзам маленький. Ну вот видите, теперь охать не надо. Теперь у меня бальзам-маска есть еще один, и мне теперь точно хватит. Он приехал не один. Викуля прислала еще березовый бальзам-ополаскиватель. Я его очень люблю. У меня когда-то был и шампунь, и бальзам. Мне очень нравится аромат. Вообще, я уже говорила не раз, все, что связано с природой, вот какие-то природные ароматы в средствах для волос, у меня вызывает восторг и какое-то доверие, что это питательно и полезно. Если услышите храп, это Максимка. Он тут рядом ерзает, сидит. Еще два средства покажу от чистой линии тоже. Это два скраба. Один с абрикосовыми косточками, скраб очищающий. Его очень многие знают. Он уже такой поконкретней для лица. А второй мягкий скраб. Сок малины, косточки клюквы. Он уже такой более щадящий. Если вот этот хорош для такого очищения хорошего лица, то вот этот мягкий скраб, он хорош, когда загорелое лицо, когда оно проблемное, когда оно кожа чувствительная. Ну, в общем, для каждого времени свое средство. Викуль, спасибо тебе огромнейшее. Ну и еще одно средство тоже от чистой линии. Это мицеллярная вода 3 в 1. Я часто вижу ее в обзорах у девочек. У меня у самой не было. Аромат розы я люблю. Обещает снимать макияж без раздражения, успокаивает ромашка и выводит токсины розы для снятия макияжа с лица, глаз, губ. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Такие средства у меня вообще долго не задерживаются и очень быстро тратятся. Еще одно средство покажу. Крем для депиляции увлажняющий. Викуль, спасибо огромное. Гранат я люблю в уходовых средствах. Он хорош тем, что с ним вместе идет и лопаточка. Так, сейчас я достану, покажу. Так, не надо падать. Вот так смотрится крем. А лопаточку я спрятала.
Сейчас достанем. И вот такая стандартная лопаточка. Максимка нас тянет. Ему тоже интересно. Мы с ним снимаем уже второй раз. В первом случае я так хвалила киску, что он у меня начал в ролике просить ее показать ему. И он забрал разглядывать. И вот сейчас мы уже, разглядев эту киску, решили сначала начать снимать, да, Максим? Угу. Так ему эту киску хотелось потрогать. Ну, еще из ухода был вот такой гель для душа. Такой гель я вижу впервые. Очень интересный. Даже не знаю, что это за фирма, если честно. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Может, там Максимке попользоваться разок, другой. Пахнет, знаете, чем-то морским. Вот аромат моря. Такой приятный аромат. Максим нос цвет. Ну, понюхай возьми. Тянет носик-то, я все мимо проношу. Вкусно пахнет. Ну, значит, тебе два раза дам попользоваться. Спасибо. Как раз-то двоечка. Да, как раз двоечка на два раза, Максим. Глина розовая, глина зеленая. Одна розовая восстанавливающая, секрет финской бани. А глина зеленая очищающая, секрет русской бани. Узнаю я и финскую баню секреты, и все секреты русской бани. Тут с экстрактом розмарина для лица и тела, 100% натуральный продукт. Тут тоже для лица и тела 100% продукт натуральный с экстрактами ромашки и укропа. Предлагают, давайте я по одной, это что-то я оптом показываю. Про зеленую я покажу сначала, вдруг кого-то заинтересует. Конечно, в пустых баночках я уже поподробнее все это расскажу. Давайте я вот так вот покажу. Предлагают они использовать ее после парной, после первого захода, вот эту маску делать. Ну и, соответственно, также предлагают с этой. Смотрите, там ручки тянутся. Ручки там сзади тянутся. Пока я показываю вам, тут Максимка там просматривает. У меня подружки собираются раз в неделю по пятницам, ходят в баню. Знаете, как в кино с легким паром. Ну, ни одна еще никуда не уехала после бани. Ну, меня каждый раз зовут. Иногда хожу, иногда пропускаю. Но теперь думаю, у меня есть стимул сходить и поделать вот эти вот глиняные маски. Именно вот как тут советуется после парной. Распарить поры, распарить лицо и попользоваться. Цели у масок разные. Мне очень понравилось. И думаю, я схожу. Спасибо тебе, Викуля, огромное. Ты меня прям побудил даже в сауну сходить и попариться. Дальше. Ну, покажу Максимкино средство. Он говорит, почему у тебя, говорит, лежит в твоей коробке, если это мое. Просто это гели. Ну да, потому что это косметика. Уходовая косметика. Поэтому здесь бурлящий шарик. Это 100% Максимки. Он это дело очень любит. С ароматом Bubble Gamma. У него не так давно Катюшка пополнила его запасы бурлящих шариков. И когда он увидел еще один, он обрадовался. Так что будем с огромным удовольствием бурлить. Шарик-смешарик. Шарик-смешарик. Будет нас бурлить. Так, что у нас еще косметическое? Это почти все. Ну, естественно, конечно, я вам сейчас покажу самое главное. Это моя коллекция. Это мыло. Все девочки знают, что я очень люблю мыло, и поэтому меня все балуют и присылают мне мыло. Давайте начну с Гималая Хербалс. Это очищающее мыло Нимы Куркума. Вот его я вам могу показать, потому что тут коробочка. Вот так оно выглядит. Такой кусочек. Макс у меня уже вынюхивает все остальные. Так, вот сюда мы будем с тыла ложить. Следующее мыло. Мой любимый Ландыш. Цветы любви. Туалетное мыло. Ой, вкусно пахнет. Прям вот ландышем пахнет. Ландыш. Максим, клади там дальше. Вот твои ручки тоже мелькать. Следующее от Люкс, клубника и сливки. Написано с экстрактом шелкового протеина, обеспечивающим удивительно гладкую кожу. Ты прям сверху клади. Ландыш. Вот, ландыш, да. Вкуснятина. Сладкий запах. Да, нравится. Ага. И еще два мыла. У меня ни одного не было от Факс. И вообще я, кстати, ни разу не покупала мыло Факс.
наверное, даже еще и не видела. Первый клубника и второй ромашка. Вот такие вот два. Но их уже сложнее унюхать, потому что тут вот эта вот шуршащая упаковочка, которую я очень люблю. Смотрится прямо очень-очень красиво. Максим, прячь. Ага. Ой, очень клубничный и разнюхан. Да? Просто вот так вот. Вот, надо правильно нюхать. У Максимки получилось. Ну все, вот вся косметика. Ну теперь давайте самое интересное. Что же было для души? Викуль, спасибо огромное. Вот такие вещи мы любим. Это освежитель воздуха. Мы его поставим в ванной комнате с ароматом океана. Я знаю, что там нужно защитную пленочку снять и оставить в открытом виде. Так, сейчас мы это дело откроем, покажем вам баночку. Кажется, нужно подрести, когда сходил. Ой, Макс, я не могу. Стесняется, красный сидит. Ну, в общем, вот это дело мы сейчас сразу откроем. Ой, я не могу. Ну, на, понюхай. Вкусно пахнет. Как духи. Как духи. Ну, как освежитель воздуха, конечно, пахнет. И действительно, когда нужно, чтобы аромат расточался, распространялся, нужно трясти. И вот сейчас у нас по кухне сразу пошел приятный-приятный аромат. Такой свежесть, морская свежесть, очень приятно. Люблю со вкусом океана что-то. Ну вот, мы это любим. Спасибо, Викуль, большое. Настолько интересная посылка, такое разнообразие всего, прямо глаза разбегаются от удовольствия. Так, следующее, это вот такие вот интересные, красивые камушки декоративные. Мы из других, правда, камушек делали... Что мы делали? Ну, вот такой вот бокальчик, в котором много алмазиков. Это очень красиво выглядит. Да, очень красиво. Максим сказал, нужно следующий бокал, и чтобы вот тоже сделать такую красивую... Как это называется? Ну, сувенир такой, ну, да? Вот, да. Вазу с такими вот... Интересно. Камушками. С камушками. Прям вот они такие гладкие-гладкие, как морские, только красненькие, очень красивые. Давайте вот здесь его спрячем. Так, следующая очень-очень интересная вещь. Мы еще не решили, чье это. Это вот в таком пакетике. Лягушка. Да, вот такой лягушонок милейший. Смотрите, какое чудо. Ну, скорее всего, мы с Максимкой ходим, когда за покупками. Это будет лежать в моей сумке. Это такая сумочка. Авоська. Авоська, да. У которой на уголке висит вот этот лягушонок. И вот сама сумочка, которая достаточно больших размеров. Тоже тут красивый лягушонок. Принт. И вот такие вот ручки. Вот такая красота. То есть в магазин ходить очень-очень удобно. И она убирается, когда на, Максим, пакуй обратно. Сейчас Максим как раз будет занятый. А я буду дальше показывать. Спасибо, Виколь, лягуха очень понравилась. У нас была такая хрюшка, но Макс ее так спрятал у себя, что я не могу ее у него отнять, чтобы положить к себе в сумку. Теперь у меня будет всегда со мной лягушонок. Следующая интересная декоративная такая... Красота, это вот такие бабочки, их две штуки. Их можно повесить куда хочешь, и они будут украшать квартиру. Можно и на шторы, и на стену, и на люстру, чтобы они вот как-то висели и качались. У меня шторы зажимаются по бокам, ну, понятно, да, так вот, на гвоздик. И я думаю, у меня как раз будут вот эти вот бабочки, самое то на этих зажимах. Шторки у меня в спальне кремово-желтые, и такие золотые бабочки будут смотреться просто, мне кажется, красиво-красиво. Давайте пока вот так вот вокруг киски их поставим, чтобы было тоже красиво. Давайте я еще одну красоту покажу. Все уже знают, что я... Любитель канцелярии. Макс у меня тоже любитель канцелярии. Первый блокнот мы так решили, что это Максимкин. Вот с таким милейшим медвежонком. У него
один медвежонок, даже два, один у меня, другой у него, уже есть такой именно блокнотик. Ему Катюшка Путякова, кажется, присылала. И сейчас у него будет еще вот такая вот красота. Но он любит их и пишет, и постоянно ими пользуется, все нравится. Давайте покажу записную книжку, которая приехала ко мне. Вот такая красота, вы только посмотрите. Очень люблю твердые обложки. Клеточка. Вообще, ну, у меня такие вещи долго не задерживаются. Конечно, вначале все у меня в коллекции спрятано, но я пользуюсь постоянно. У меня очень много, что я записываю, и поэтому такие вещи у меня на ура идут. Ну, хотя вначале-то жадничаю, прячу. Так, куда мне положить? Так, чтобы было всем видно. Ну и еще одна вещь, без которой я не обхожусь. У меня еженедельник всегда находится в сумочке со мной. И посмотрите, какая красота у меня будет, начиная с 1 января. Как раз вся неделя расписана. Это мне очень удобно, и мне так вот нравится. Спасибо, Викуля, огромное-огромное тебе спасибо. Вот прямо очень мы довольны, да, Максим? Ага. Вот. А, все, лягушонок-то у нас уже лежит. Ага. Все, Максим спрятал лягушонка. Вообще он у меня лягуху очень любит. Со стороны он очень красивый. Ну, очень красивый, ага. Особенно эти глазки такие милые. Ага. Прямо супер. Давайте покажу еще два таких необходимых средства. Они от одной даже фирмы. Викуль, спасибо тебе за них огромное. Посмотрите, какая красивенная пилочка. Она даже разноцветная. Тут разные шлифующие поверхности. 6 в одном написано. Из пластика. 15 сантиметров. Ну, классная. Вообще такая пилка классная. Но мне очень-очень-очень еще понравился вот такой пинцет. Как у ножниц ручки. И пинцет это для бровей. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Видите, пинцет для бровей с ручками металлический. Супер! Прямо. Викуль, спасибо. Задарили нас девчонки. Мы очень-очень рады. На самом деле, это такой восторг. Так приятно. Викуля все присылала. Еще вот в таких. Сейчас я вам покажу, какие пакетики-то к нам приехали. Вы только посмотрите. Прелесть. Вообще настолько прелесть. И еще хватило и мне, и Максимки. Вот таких вот два. Все очень красиво упаковано. Вы только посмотрите. Вот такие цветы красивенные. Ну, прямо очень-очень красиво. Один да. Мне, а два мамочки. Ну, сейчас вам покажу еще один пакетик. Вот был такой огромный пакетик еще. И написано для Максимки. Чему был Макс очень рад. Он его сам лично распаковывал. Сейчас я его в сторонку немножко положу. И Макс будет показывать, что же было там для него. Пока он тут готовится. Руки. Я вам покажу еще одну вкусняшку. Начнем мы с ним с вкусняшек. Это был еще вот такой чай. Викуль, спасибо. Что чай, что кофе мы очень-очень любим. Зеленый чай это вообще очень полезная вещь. Макс тут у меня уезжает. Давайте ему место освободим, а то он у меня уже тут пристраивается. Куда ему все класть? Викуль, за чай огромное спасибо. 50 грамм, многократное написано заваривание. Истинный аромат зеленого чая, весенний аромат. Зеленый байховый. Буду с огромным удовольствием тестировать, пользоваться. Чай реально люблю. Так, вот сюда вот его спрячу. Ну что ж, давайте теперь Максимка будет показывать. С чего ты начнешь? Сладкого. Ну давай, со сладкого мы начнем. Мне прислали вот такие вот очень вкусные конфетки. Как раз мои любимые. Вот такие вот. Давайте я буду его брать и показывать. Вот эти вот. Он очень их любит. На самом деле он их постоянно просит. Когда есть возможность купить, мы их тоже покупали. Так, сейчас вот так вот присыплю сюда. Конфетки вот сюда. Дальше мне прислали такую гигантскую конфету. Посмотрите, какое чудо. Ананасик. Вот здесь написано. Викуля так еще с любовью все позаботилась, все подписала.
Ну, на самом деле очень интересно, что же там такое. Ну, будем открывать, смотреть с Максом. Он похож на ананасик. Да, похож на ананас. Дальше. Дальше. Вот такой вот. Вот такие вот печенюшки. Marvin Boy. Вот такой вот. Красота. Она пыталась открыться, но не открылась до конца. Конечно, можно там подглядеть. Там сзади что-то написано. Кажется, какой-то подарок. Светящаяся юла должна быть, смотрите. Там в подарке. Ну ладно, посмотрим, что там у него будет светиться. Дальше. У меня будут крючки. Крючки. Посмотрите, какое чудо. Веселый Роджер называется. Самоклеющиеся крючки на блистере. Интересно, что у нас совсем недавно один крючок, где висело полотенчико, сломался. И я не успела купить. И еще я один хотела у себя над столом. А у Максимки мечта, чтобы повесить крючки на крючки свои собственные мочалки в ванной. И поэтому как раз ровно 4. Главное нам с ним разделить их правильно. Вот такие вот замечательные крючки на клейкой основе у нас теперь будут. Ага. Викуль, спасибо. Дальше у меня будут сухие платочки с миньонами. С миньонами платочки еще. Спасибо, Викуль, это очень важно. Уже осень на дворе. Такие платочки у Макса всегда в рюкзаке, поэтому он к себе их сразу прячет, прямо без всяких вариантов, что это ему. Спасибо. Дальше у меня влажные платочки Angry Birds. Да, вот такие 20 штук, все влажные салфеточки. Викуль, ты обо всем позаботилась. Так приятно вообще. Тут даже написано, где открывать. Если вдруг Макс заблудится, написано открывать здесь. А раз я не узнала еще. А дальше у нас такой вот лягушонок антистресс. Гель такой. Вот такой вот гель для душа. Максим решил, что это антистресс лягушонок. Если его щупать, то тогда стресс прям снимается. Такой гладкий, так приятно щупать. Я его даже, наверное, буду из ванны стаскивать и щипать. Правда, его так приятно в руке держать. Такой красивый, приятный цвет. Вот, смотрите, какое чудо. Ну, видно, что Макс рад, если он заговорил. Значит, правда нравится. Вот такое чудо. Так. Дальше жвачка Дирол. Вот такая сладкая радость. Дальше вот такой вот Спанч Боб. А, я, кажется, понял, что это такое. Это такая вот ножка на палочке, а еще ее нужно макать в кислый порошок. О. Кажется, я это понял. Я смотрела, кажется, когда-то один канал, и там было что-то похожее. Это что-то порошок какой-то. А, точно, да. Вот смотрите, яблоко, леденец с кислой пудрой. Так что Максимка каналы тоже смотрит свои там. И уже знает, что это такое. Правда, там вот палочка чувствуется, тут вот леденец прощупывается. И вот здесь вот пакетик. Порошочком. С порошочком, да, да, да. Так что будем макать. Ну, будем. Он будет макать. Мармеладки Джунгл. Вот такая сладость от Бон Пари, мармеладки. Микс жевательных мармеладок. Ой, Викуля прямо избаловала. Дальше канцелярия, вот такая вот рыбка на прищепочке. А знаешь, Максим, что это такое? Что это? Он даже не знает, а я уже прочитала. Кто догадается, что это такое? Вот такая прищепочка, действительно. Рыбка, и вот она открывается. А что это такое? Я вам покажу, ему не покажу. Смотрите, что написано. Точилка для карандашей. Точилка? Да, это точилка. Видимо, надо как-то открывать, и там будет куда вставлять, точить. Получается, не открывается ротик, а там дырочка для точения. Ну, видимо, да. Очень интересно. Такая точилка необычная. Креативная. Ну и самое интересное сейчас Макс вам покажет. Я, наверное, даже, знаете, как сделаю? Сейчас я мы Макса-то застукаем. Ку-ку! Ку-ку! Привет! Привет! Ну, показывай, что дальше-то у тебя? Зубная щеточка. Сейчас мы его вот так вот заловим. Вот такая зубная щетка, смотрите. И такая моська. Довольная. Я сама-то спряталась, да? Ага.
мягкая жесткость. Вот такая вот. Давай дальше показывай. Ага. Дальше у нас такие вот два ластика в контейнерах. Да, Вика позаботилась. Все, наверное, ждут, когда ластики пойдут. Ну, вот они, ластики. Очень интересные вот эти ластики. Я сейчас даже сама открою, покажу. Вот эти два, я думаю, как раз ему для школы. Ну, один-то, наверное, он спрячет к себе в копилочку. А вот в такой вот упаковочке очень интересно ластики хранить. Смотрите, какое чудо. Классно. Можно даже открыть и прямо стирать, не вынимая из контейнера. Вот такая красота. Понравились? Да, очень. Да, ну это, естественно, не единственные ластики. Давай, Максим, показывай, что еще было. Дальше мне такой вот павлин пазл-ластик. Да, павлин у нас не первый, но мы его очень любим. Да. Смотрите, какая красота. Можно разбирать, собирать. Прямо это, антистресс ластики-то. Что еще? Дальше вот такой вот львенок. У меня был тогда, но он синий, а это уже другой. Нет, надо говорить, у меня есть. У меня есть, но это другой. Да, это другой. Вот такая красота. Всем привет. Дальше. Дальше. Какая прелесть. Коровка на ножках. У нас есть такие вот животные на ножках, и у нас пополняется коллекция. Пополняется, да. Коровы у нас точно нет. Вот такая буренка. Красивая. Симпатичная какая. Аж про ножки пошло львенок. Смотрите, какое чудо. А львенок вроде тоже был у тебя. Да, но зато вот еще один. Да, львят у нас теперь два. Кажется, у нас был другой. Ну, чуть-чуть другой, да. Нам Викуля Попридухина присылала, тоже Викуля. Но немножко другой, мне тоже кажется, львенок. Он был рыжий, а это такой коричненький. Надо нам уже свою обновленную коллекцию показывать. Мне уже кто-то спрашивал. Лисенок. Ой, какое чудо. Тоже с ножками. Вот такой лисенок. Красота. Ну что ж, ножки закончились. Так теперь котикам-собачкам. Вот такая красота. Кто это? Киски? Кажется, киска и собачка. А, кошечка и собачка, Макс решил. А я не поняла. Вот классные такие. А, они одеваются на карандашики. А, или это буренки. Не, надо котятки. Котятки, наверное, да. Видите, можно одевать на карандашики, будет вот такая красота. Теперь у нас будут на колесах новая коллекция. О, ух ты! Смотрите, новенькая, красивая какая машинка. Такие не видела тоже. Дальше все? Дальше все. Дальше все. Вот в таком вот пакетике все приехало. Ну, вот вся коллекция ластиков была вот в таком красивом пакетике. И зубная щеточка. И зубная щеточка в нем. Вот такая огромная получается у нас коллекция. Вот такая огромная посылка. Так, я уже не умещаюсь. Так, сейчас я. Вот так. Викуль, спасибо тебе огромное. Так много всего, столько вот красоты, разнообразия. Ну, киска остается у меня фаворитом. Я в нее просто влюбилась. Это просто какое-то чудо. Макс не отходит от лягушонка. А тут два лягушонка. Два лягушонка. Вот он обоих полюбил. И вот этот марципан в шоколаде ему покоя не дает. Очень интересный, может, что же там такое, да? Что за ананас такой? Ну, а за наши коллекции, мою мыльную, а Максимке ластиковую, отдельное спасибо тебе. Реально угодила, побаловала. Ну, приятно, спасибо. Немножко я отъехала назад, а то мы с нашими подарками уже не умещались в кадре с Максимкой. Викуль, спасибо тебе огромное. Ссылку на канал Викули я обязательно оставлю под этим роликом, потому что у нее есть канал, она его развивает, и достаточно интересный канал. Поэтому проходите, смотрите, знакомьтесь с этой девочкой. А мы с Максимкой, наверное, сейчас будем прощаться или что-то хотел сказать? Я хотела что-то сказать. Ну, давай.
Я хочу открыть этот ананасик. Терпения у нас не хватает. Ну, давай открывать ананасик. Кому интересно, оставайтесь. Мне самое интересно, что же там такое. А сложно открыть. Ну, давай помогу тебе. Спасибо. Тут, наверное, надо вот этот маленький сначала бантик. Да. А потом уже большой. Сейчас я вот так сюда. Не так-то просто. Не так-то просто. А интересно, что же там такое. Так. Вот тут-то надо немножко подрезать. Вот. Открыли. Держи, открывай дальше. Ну, показывай, что же там. Ух ты! Вот такое интересное яичко, и в нем конфеты, да? Вот такой вот сюрприз. Марципан там в шоколаде. Ну, по крайней мере, мы теперь все узнали, что же было такое интересное там. Ну, очень оригинально придумано, очень здорово, и так прямо подарочно, правда? Классно. Довольный? Да. Вот, мы довольны. Ну все, посылкой мы остались действительно очень довольны. Спасибо всем, кто был с нами, кто досмотрел до конца. Вообще отдельное спасибо. Ну а тебе, Викуль, вот, огромное человеческое спасибо, потому что такое разнообразие, чего только нет. Все очень понравилось. От киски мы просто без ума. Сейчас будем искать ей достойное место, чтобы ее было видно отовсюду, и она радовала глаза не только нас, но и наших гостей. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем пока.